шибли подобны житию сподобистися. Ровно 4 года назад здесь, возле храма, освященного в честь Петра и Февронии, в Захарово был заложен первый камень в основании памятника благоверным князьям Муромским. Скульптурную композицию осветили праздничными молитвами в День семьи, любви и верности. Прошло 8 столетий, а любовь и семья остаются все теми же главными ценностями в нашем обществе. Сегодня мы вместе с вами здесь, в историческом, красивейшем, намоленном месте, рядом с церковью Петра и Февронии, открываем эту скульптурную композицию, посвященную им. Они смотрят друг другу в глаза. Петр словно что-то говорит, а Феврония внимает каждому слову мужа. Супруги сохранили любовь и верность друг другу, пройдя испытания и невзгоды, и стали олицетворением настоящей православной семьи. Поставили сначала первоначальный храм, вот этот Петра и Февронии. И когда в дар к храму одна из жительниц деревни Захарова принесла частицу мощей Петра и Февронии, конечно, возникла идея о создании памятника. Идею горячо поддержали жители Захарова и органы власти. Местные жители Сергей и Алексей Краяновы, члены Союза художников, создали проект и макет. Всю любовь и все, что мы хотели, вот сердцем принести, они это все отложили, выразили в этом памятнике. Мы очень рады этому событию. Русские народные песни, картины юных художников и бесчисленные ромашки. Долгожданное открытие памятника в такой светлый день – настоящий праздник, говорят гости. Снова за окошком слышится гармошка, и душа моя надеждою волна. Эти простые полевые солнечные ромашки – символ этого праздника. Они обозначают теплое, жаркое лето и настоящую искреннюю любовь. Приезжать сюда в день свадьбы за благословением на долгую счастливую жизнь теперь будет доброй традицией для молодоженов и влюбленных, уверен Андрей Иванов. Я всех вас поздравляю с праздником, я всех вас поздравляю с открытием этого памятника. И от души всем семьям желаю мира, взаимопонимания и любви. С праздником. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Да.